вместе с Министерством сельского хозяйства подготовили стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года, где предусмотрели все приоритеты развития и агропромышленного комплекса, и рыбохозяйственного комплексов. И вот у нас там в качестве источника этой новой стратегии развития до 2030 года как раз доп. Доходы бюджета, федерального бюджета от квот. А сейчас предусматривается в том числе направление этих средств на реновацию Петропавловска-Камчатского. У нас есть предложение скорректировать этот подход. Сейчас в Государственной Думе прошел первое чтение законопроект по корректировке 25.1 статьи Налогового кодекса, где увеличиваются размеры платы за водные биоресурсы. Для Камчатского края в случае принятия этого закона это будут доп. Доходы каждый год 4 миллиарда рублей. И вот мы предлагаем эти средства как раз на реновацию города направить.